В Славянском районе успешно развиваются 24 вида спорта. А совсем недавно появился еще один, 25-й. В спортивной школе «Олимпиец» создано новое отделение «Прыжки на батуте». Сформирована группа начальной подготовки для детей в возрасте 7 лет. Инициатором создания отделения прыжков на батуте стал депутат законодательного собрания края Виктор Чернявский. При его содействии из краевого бюджета было выделено более 1 000 000 рублей на приобретение 2 тренировочных батутов и наполнителя для поролоновой ямы. Тренирует юных спортсменов мастер спорта международного класса Татьяна Полнова. Отделение работает всего несколько месяцев, но даже за столь непродолжительное время ребята уже многому научились. Я хожу с этого года. Когда они только начались, я пришла. Мне нравится тем, что можно выполнять всякие трюки и можно научиться чему-то новому, потому что так я бы ничего не научилась. Мне нравятся прыжки на батутах, потому что там можно выполнять разные трюки и можно стать великим чемпионом. У тебя будет много медалей. Все, чему юные спортсмены научились, они смогли продемонстрировать на районном первенстве по прыжкам на батуте. Выступления ребят оценивали мастера спорта СССР и России по прыжкам на батуте Алексей Горб и Александр Демченко. Мы были приятно удивлены тем, что руководство, наверное, администрация спорта Славянского района пригласила нас принять участие в судействе. То есть в крае я не видел таких школ, чтобы начинали развивать этот вид спорта активно. Мне очень приятно, конечно, это все видеть. Прям безумно приятно. Выступили довольно достойно. Малыши совсем-совсем юны и уже обладают какими-то техническими данными. Это на самом деле очень приятно. Несмотря на то, что в Славянском районе, насколько я знаю, нет именно специалистов направленности прыжков на батуте. Хочу отдать должное, конечно, руководству. Очень-очень подготовили более-менее, несмотря на то, что они совсем-совсем маленькие. Сегодня в отделении прыжков на батуте занимается 16 ребят. Все они приняли участие в соревнованиях, по итогам которых получили свои первые грамоты и медали. Награждается за первое место Неволин Степан. Сумма баллов 2,9. Первые награды очень ценные и запоминающиеся. Они дают стимул двигаться дальше, больше трудиться и идти к намеченным целям. Прыжки на батуте – это олимпийский вид спорта. И, быть может, среди этих юных легкоатлетов, еще с трудом поднимающихся на пьедестал почета, будущие олимпийские чемпионы, начавшие свои прыжки к золотым медалям в Славянском районе. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».